Схему, по которой была обманута жительница Саратова, можно считать классической. Звонок от специалиста и сообщение о манипуляциях с банковским счетом. И говорят, что с счетов снимается большая сумма денег. Мошенники хотят снять большие суммы денег. Что сотрудники банка разгласили информацию. И поэтому пытаются с ваших счетов взять кредиты на ваше имя. Чтобы женщина не сомневалась в словах собеседника, ей прислали фотографию якобы служебного удостоверения и рабочий телефон. Проверила информацию в интернете. Действительно, номер принадлежит компетентным органам. В классической схеме мошенников появилась новинка – QR-код, с помощью которого переводить деньги, и подробная инструкция к применению. Мне присылали QR-код, я его к банкомату подносила. Мне говорили по телефону, телефон постоянно был в руках, звонил то один, то другой, говорили, как себя вести. Легко и быстро с помощью QR-кода саратовчанка перевела аферистам крупную сумму, копила всю жизнь – 2 250 тысяч рублей, до сих пор не может поверить случившееся. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расул Ибрагимов, Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.